Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра! Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем Jurassic World The Game проходить. Ой, опять ВКонтакте кто-то пишет, извиняюсь. Вот, ну, значит, по-бырому пока ничего не показываю, сразу в битву переходим, 8 минут осталось, надеюсь, я успею. Так, поверхность, это, естественно, против рифа. Также исправили проблему с Архилоном, теперь его можно покупать в магазине. Раньше этого было нельзя. Баг такой был, сейчас можно спокойно покупать и качать это животное. Неплохая попытка, конечно, но ничего не выйдет. Отлично, надрали задницу мегалодону. Да, я в курсе. Пытаюсь успеть. Так, пещера. Пещера и пещера. Надеюсь, получится. Блин, 20 не хватило. Ай-яй-яй. Теперь сокрушающий удар. Сразу на 7. Так, супер атака пошла. Ну как-то так себе, если честно. Музыку им давно поменять надо. Она играет уже, когда... Она уже закончилась, хотя там действие еще продолжается. Очень странно. Так, сколько у меня еще? 5 минут. Фу, я надеюсь, успел. Так, против поверхности риф. Ага. Против тебя кого же бы применить? Ну, атака здесь больше, у этого созданица. И пещерного. Кого-нибудь, допустим, Дункалесия. Да, шикарно. Так, что он предпримет? Опять смену? Не, ты смотри. Прощай.
Ай-яй-яй, как нехорошо. Надеюсь, у него блока нет, да? Отлично. Шикарно, шикарно. Господи, здесь тут в общаге пожарная безопасность сработала. Горим, горим. Вот где озвучка у животного? Я, конечно, понимаю, что черепаха, но черепахи тоже умеют издавать какие-то звуки. Отлично, еще один уфиокодон. Ну вот это я пройти не смог, потому что мне нужен тадзянгозавр. И тут, ребят, посмотрите, какие животные у меня, силёнок не хватит вообще. Ну тут метриоринг нужен, у меня его нет. Так что вот как-то так. Так, еще одного пеликанеми мы собираем. Сразу фиокодона засунем. Еды у нас пока, дай боже, хватает. Так, прокачаем сегодня на суто цератопса. Цератопса. Пеликанемима можно. Новое животное опять. Так. Ой. Да господи. Я никуда не пойду. У меня играет пожарный трюк, и в общежитии меня просят выйти. Я никуда не пойду, я точно знаю, что это проверка. Тем более я живу на полтора этажа, ну, этаж такой, полторашка. Поэтому... Какой-то сегодня сумбурный день, заставили меня выйти по этой чертовой тревоге. Это была проверка, как я, собственно говоря, и думал. Постояли что-то, похихикали и обратно пошли. Так, мне нужно какие-нибудь животные, которых я могу просто... Нету таких, что ли? Тут только вот... Если улучшать... Ну ладно, давайте начнем. Фиагодона улучшим. Отлично. Смотрим, как он будет теперь выглядеть. Ну да, статы не сильно улучшились у него. Но он теперь стал такой сверху синий, по бокам такой светло-зеленый, да, то есть ярче окрас у него стал. Ну так ему даже больше идет, если честно, чем стандартный окрас. Вот эти вот чешуйки, которые проработали детально, это мне очень тоже нравится. Довольно слабое животное, если честно. Так, и я вот тут начал с животными, а у нас ведь тут есть кое-что еще поинтереснее. Так, давай, приближай. Эй, товарищ. Ай-яй, не надо. Все, приблизил, значит, да, вот у нас это... солнечные часы, это бонус, опять же, из той серии, там, что-то, спасите планету, вот, также в ограниченном количестве эти бонусные штучки попадаются. Ну вот, значит, 5% дают все... То есть те давали по 5000, эти все по 5% бонуса дают. Ну, вот солнечные часы, что-то похоже видели в билдере. Так, вот, тут есть фонтан-океан. Очень красиво сделан, то есть анимация такая классная. Ну, не просто какой-то объект реально, а вот действительно что-то анимированное. Мне всегда вот это нравилось. Тут планета такая, очень круто.
Так, вот еще есть. Это парк Земля, просто как бы эмблема мира юрского периода. Ну, газон на чем-то на синем, не знаю, это земля такая или это вода, вообще без понятия. Ну, тут место, где посидеть можно, типа такой парк небольшой такой очень. Да, и что-то еще есть. Павильон «Тропический лес». Да, вот значит здесь эмблемка. Ну, тут вы как бы ходите, различные растения рассматриваете. Если мне не изменяют глаза, зрение, то эти растения колышутся. Вот которые здесь внизу. То есть у них есть анимация, это тоже очень круто. Просто суперские здания и бонусные штучки. Как они называются-то? Украшения, да, вот. Они очень классные, не зря я не пожалел, что попросил, чтобы мне их добавили. Да не забуду. Так, дальше улучшаем Карнотавра. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть на 30 уровне эволюции. А, подводишь меня. Не издевайся. Пожалуйста, не издевайся. Ну что такое-то? Где я так согрешил? Слава богу. Теперь у него 3 звезды. 3 звезды. А, там 2 звезды. Ну ладно, песня другая, немножко. Опять фиолетовый, да? Но не знаю. Как-то терпимо. Вот по сравнению, допустим, с билдером, здесь фиолетовый цвет вот этот вот, который присутствует на данном... в окрасе данного Карнотавра, он более-менее. Он его не... Ну, те же полоски остались, просто цветовая гамма поменялась. Этот цвет его, ну, не украшает, но скажу, что и не уродует сильно. То есть более-менее Карнотаврик наш выглядит. Да, молодец. Отлично, теперь Карнотавр на 30-м. Тернозаврика можем прокачать. О, вот как надо работать. Япономать. Вот, с первого раза все сразу. 20-21 уровень, да хрен там плавал. То есть как раз стандартные появились вот такие опять тигровые полосочки, да? Ну, теперь он стал красивее гораздо. Гораздо красивее, чем первоначальный окрас. Ну, я считаю, что у тираннозавра должны быть какие-то маскировочные полоски или что-то типа того. Да, суперский окрас. Так, идем, да, кормим. Шикарно. Если бы не был горгозавр, это был бы самое сильное животное в нашем парке. Так, ну я думаю, вы заметили, что есть новые животные, я их пока не показываю. Покажу пока все эволюции, а потом, пожалуй, посмотрим. Вот, шикарно, вот это дело я и люблю. Теперь, получается, добавились опять полосы, и окрас изменился. Теперь крылья розовые, гребень вот этот красный, клюв такой желтоватый, светящийся. Ну, понятно, более такой яркий стал окрас. В остальном особо ничего не поменялось. Отлично.
Так, и последнее животное, которое сегодня мы просто так проэволюционируем, это будет Насутоцератопс. Или Насутоцератопс, как бы, правильно? Давай, 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 давай. Ах ты. Ах ты, ах ты. Я тебя запомнил. Чувачок. Мне уже дико хочется узнать, как же будет выглядеть Насутоцератопс на 30 уровне. Вот с первого раза, но почему сразу так нельзя? Значит, окрас остался таким же, опять просто поменялась цветовая гамма, теперь он более яркий. На спине вот идет такая светло-красная полоса. Да, шикарно выглядит. Надеюсь, его на 40 уровне не сильно изуродует, и он будет нормальным животным. То я уже успел поставить картинки животных на 40 уровне, что-то мне страшно стало даже. Вот. Ну, теперь можно, кстати, приступать к новым видам. Так, ну, собственно говоря, можно приступать. Так, начнем, пожалуй, с травоядного. Это суперзавр. Ну, сразу где-нибудь выскочит картинка, сразу поймете, что реконструкция совершенно неправильная. Относится он к диплодоцидам, что характерно, длинная шея, маленькое тело, длинный хвост. Хлыст. Вот. А у суперзавра этого ничего нет. Ну, какие-то рога еще на голове ему сделали. Для чего? У него их не было. Зачем? Зачем что-то придумывать, если уже за вас природа все придумала? Вы просто при конструкции костей составляете животных. Нет, тут надо что-то свое добавить. Череп был совершенно другой форме, челюсти были более плоскими на конце. Это даже просто если посмотреть картинки, можно заметить. Не знаю, почему они так сделали, но вот решили такого суперзавра сделать. Значит, суперзавр — это у нас зауропод из поздней юры, 156-146 миллионов лет назад. Был обнаружен в США, в штате Колорадо. Вот. Длину достигал примерно 35 метров, в росте около 10, весил 35-40 тонн. Вот. Ну, так не полный еще был скелет найден, поэтому о полных размерах говорить трудно. Вот, значит, первоначально его кости в 72 году обнаружили, но потом начали там находить отдельные фрагменты, и отдельные фрагменты описали как кости ультразавра. То есть совершенно по костям суперзавра, грубо говоря, отдельным, сопоставили, что это был новый род, и назвали его ультразавром. Потом выяснилось, что это все вот эти окаменелости принадлежат к одному динозавру. Хотя еще не факт, возможно, что все эти кости как раз к разным родам и относятся. Ну вот. Вот такой вот у нас суперзаврик. Здоровенный, конечно, был динозавр, но вот что поделать. Ну вот воссоздали-то его неправильно. У них тут всех зауроподы с огромным телом, короткой шеей, тощей и длинным хвостом тощим тоже. Очень странно. Ну, суперзавр у нас суперредкий, поэтому более-менее статы у него нормальные. Так, дальше идем к пирораптору. Пирораптор — это дромеозаврит, 70 миллионов лет назад обитал в Западной Европе, во Франции, там, в Германии. Вот. Опять же, найдено только с вот ниже голени части, одна конечность, какие-то позвонки, вот. Ну, это все, что было, по сути, найдено, вот.
И поэтому я и точных размеров говорить трудно, но серповидный коготь достигал 6,5 см. Длину животного оценивается где-то 1,6-1,8, ну 1,6, то есть метр и 60 сантиметров. Да и сказать слово-то вообще не дает ничего сказать. И до 1,80 м, то есть примерно как велоцираптор. А в росте где-то 60 сантиметров и весит где-то 1,30 кг. Ну, учитывая, что не было найдено полного скелета, считается, что, как и у многих драмизаврит, у нее имелось оперение. Ну и способ охоты, и все остальное было точно таким же. Вот. Но я вам вот эти движения перестал показывать, потому что они, по сути, абсолютно одинаковые. То есть, если было бы что-то новое, я бы вам, естественно... показал. Ну, по сути, вот, пожалуйста. То же самое. Ну, кстати, окрас у него очень хороший. Если бы он таким был бы и остался, то есть таким бы и остался, было бы очень шикарно, но его еще 500 раз поменяют. Вот такой вот у нас пирорептор. И последнее животное в стандартном парке новое, это ирритатор. Кстати, раньше в переводе было написано раздражитель, но теперь они догадались, в чем ошибка, и исправили. Молодцы, ребята, молодцы. Значит, ирритатор — это спинозаврит, очень напоминающий барионикса, живший 100 миллионов лет назад на территории современной Бразилии. В длину достигал примерно метров 7-8, весил где-то, ну, около тонны, в росте около 3 метров достигал. Значит, следов какого-то костного выроста на конце морды не выявлено, поэтому вот это фантазия от разработчиков. По поводу спинного паруса, его могут реконструировать и без спинного паруса, но считается, что он все-таки был. Но вел образ жизни такой же, как и спинозавр, то есть полуводный, полуназемный образ жизни. Три серповидных когти, один был более крупный, чем остальные, чтобы зацеплять рыбу. Но это характерная черта, но здесь, как вы видите, у него все три абсолютно одинаковых когти. То есть даже увеличить один коготь Лидия не смогла. Посчитала, что это будет очень трудно и затратно. Ну и в челюстях было около 80 зубов, а длина черепа около 80 сантиметров. Вот такая вот у нас рептилия была. Ну, здесь же ирритатор просто огромный. То есть, допустим, когда вы начнете сражаться, вы поймете, что по размерам он больше тираннозавра, хотя был гораздо меньше. Опять же, костный вырос лишний. Вот зачем добавлять лишние детали? Не знаю. Ну что ж, давайте покормим. Здесь просто немного другая анимация, чем у хищников, поэтому я, ну, остальных хищников, поэтому я решил все-таки показать ее поближе. Благо у меня три ирритатора, и можно его еще и прокачать. Теперь у нас какой-то красный будет, что ли? Да. Звуки, как у тираннозавра. Странно очень. Я думаю, кто смотрел фильм, они узнают эти звуки из тысячи. Ну, значит, добавились полоски на спинном парусе, характеризующие там, где вот этот костный вырос проходит, то есть вот там его и окрасили. Ну и полосы, собственно говоря, на теле. Изменился тон, ну, окрас другой теперь, такой красноватый, светло-коричневый такой даже. Красноватый я перегибаю, конечно, да, скорее светло-коричневый, вот.
Ну а вырост окрасился в более темно-коричневый такой, чтобы выделялся. Так, ну что ж, теперь можно спокойно, спокойной душой переходить в водный парк. Кто у нас тут новый-то, я уже не помню, если честно. А мозазавра... А, во, можно мозазавра прокачать. Шикарно. Более мощное животное никогда не помешает. Ну что ж ты издеваешься надо мной? Давай же по-нормальному. А-а-а. Сколько можно? Ну хватит. Я понял. Все понял. Давай. Или как? Но я думаю, это стоило того. 21 уровень, да, наконец-то. Ну вот эти я, пожалуй, вам в следующем видео покажу. О, за Дмитрия Ринха можно сразиться. О, еще один офигатун, круто, мы его прокачаем в следующем видео. До 30-го, позже. Так, где мой мозазаврик? Вот он. Так, ну посмотрим, что на половнике, значит, половина закрасилась другим цветом, таким темно-синим, а все тело исполосовано просто... Ну, исполосовано полосками звучит очень как-то... Глупо, но реально, вот просто его так нашпиговали этими полосками. Снизу, я так понимаю, он никак не окрашен, то есть пузико у него не окрашено, да? А вот сверху у него такая толстая полоса идет прям до хвоста. Ну, очень красивый окрас, если честно. Ему идет. Отлично. Теперь, кто у нас новенький есть? Вижу одного. Я так понимаю, вот эту вот. Ага, тринокромирую. Так, значит, наш тринокромерум. Это плезиозавр, как ни странно. Не плезиозавр, а плезиозавр с укороченной шеей, живший 90 миллионов лет назад и уже тогда начинающий бороться за... Ну, за место под солнцем, грубо говоря, с мезозаврами. Вот. Но это были одни из последних плезиозавров. Вот таких вот с короткой шеей. Там уже их мало очень оставалось. Является родственником доли Черхинчопса, который был в Пинтере. Надеюсь, в эту игру его тоже добавят. Вот. Ну, в длину достигал примерно 1,3 метра. А весил где-то почти 500 килограмм. Вот. Ну, известно всего два вида на сегодняшний день. В 1888 году было обнаружено первое окаменелость тринокромерума. Ну, зубастый рептилий охотился либо на крупную рыбу, либо на каких-нибудь маленьких морских рептилий или еще кого-нибудь. А, ну такая же, как и у криптоклида, собственно говоря, только выглядит лучше. Ой, криптоклида, говорю, лептоклида. И он, как лептоклид, тоже супер редкий, то есть... все одинаково, одинаковая анимация, одинаковая принадлежность к редким, супер редким, ничего нового нет. Плезиозавр, ну, впервые в 1821 году были обнаружены его окаменелости. Вот сам вот именно род плезиозавр, он где-то 1,4 метра в длину, весил где-то, ну,
порядка, может, 600-700 килограмм. Но здесь его реконструировали как муренозавра, то есть шея более длинная, и при этом другие цвета его окрасили. Вот. Ну, собственно говоря, подходит, но все-таки у муренозавра была самая длинная шея. На голове, видите, у него такие крупные чешуйки есть. Глаза зеленоватые такие. Вот чешуйки крупные на голове. Отличительная особенность, грубо говоря. Ну, а тело стандартное. То есть это, по сути, тот же муренозавр, только в другом окрасе. Тоже легендарный. Да, жалко, что нельзя с ними никаких действий проводить. То есть только кормить. Ну, способ охоты такой же, как и у остальных плезиозавров. А вот нет, муренозавр все-таки маюзавр, муренозавр, почему я муренозавр называю? Маюзавр, он все-таки супер редкий. А я-то почему-то подумал, что он легендарный. Ну, как видите, почти то же самое, только голова другого цвета, нет вот этих чешуек на шее, а так тело, по сути, одно и то же. Хотя вроде бы плезиозавр, оно немного крупнее. Хотя нет, такое же. Ну да, согласен, они немного разные, но немного это мало. Нужно много. Так, ну давайте сразимся, я не знаю, за анкилозавра, что ли. Как-то без битв обойдемся. Так, ну хищник. Хищник и хищник. Хотя вот последнего можно. Да, вот так. Все равно сейчас всех горгозавром дернем, что. Нам-то что? А, черт, забыл. Блин. Он же блок поставил, черт. Здесь звуковая дорожка сыграла отлично. Я так понимаю, и понемногу ее фиксит. Вот. Отлично. Собственно говоря, что со следующей серии будет происходить? Я вам показал почти всех морских животных. Осталось... Сейчас вспомним, кого осталось показать. Так, эти были. Остался геозавр, леоплевродон и бакулит. То есть в следующей серии я покажу вам вот этих последних трех морских. И двух новых сухопутных, это анкилозавр и монолофозавр. А вот со следующей серии я буду просто как бы докупать и прокачивать будем с вами наших морских животных. И вот сухопутных будем прокачивать. То есть видео будут покороче 30 минут. Ну, может где-то 25, может даже еще меньше. Так как многих животных придется, ну, я буду показывать не по 5, а поменьше животных. Поэтому будет все идти гораздо быстрее. Вот, начнем потихоньку дальше двигаться. Да, в следующий раз сразимся за Метриоринха. Собственно говоря, это все, что я хотел вам показать в данном видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка все в описании будет. С вами был Богдан. До скорых встреч и всем пока!